нас осыпав листвою. Золото даль разбросало к ногам. Только любовь, что дана нам судьбою, все же горит вопреки холодам. Только любовь, что дана нам судьбою, все же горит вопреки холодам. Злые метели грозят нам бедою, снег седины подступает к вискам. Только любовь, что дана нам судьбою, все же горит вопреки холодам. Только любовь, что дана нам судьбою, все же горит вопреки холодам. Гроздья рябины зимою радуют глаз неподвластный снега. Так и любовь, что дана нам с тобою, все же горит вопреки холодам. Женщины, давайте. Вопреки холодам. Вот, и еще одна песня. У нас Борис Александрович лирик, поэтому он пишет лирические песни. Да? Споем. Называется «Отчий дом». Тихонько, тихонько. Как приятно возвращаться в отчий дом из дальних странствий, но с родными повстречаться, ощутить тепло объятий и понять, что наконец-то ты обрел покой желанный, и припасть, как в раннем детстве, головой в колени к маме, и припасть, как в раннем детстве, головой в колени к маме. И она поймет, как прежде, и развеет все печали, по виску погладит нежно и напоит сладким чаем. И нигде так безмятежно, так спокойно мне не спится, потому что у постели будет маменька молиться. Потому что у постели будет маменька молиться. В отчий дом из дальних странствий, вновь с родными повстречаться, ощутить тепло объятий. Хорошо, что есть на свете дом, где так нас ждут и любят, как маяк во мраке светит, и всегда причалом будет, как маяк во мраке светит, и всегда причалом будет.
замечательные слушатели. Спасибо большое.